Привет, друзья! Как уже все знают, вчера вечером Microsoft удвоила стоимость Live Gold. И сказать, что фанаты были в ярости, вообще ничего не сказать. Это было настоящим разочарованием. Потому что мы любим Xbox за то, что он всегда ставит игроков в центр игрового мира. А с повышением цен на Live Gold, они таким образом нарушили свое обещание и наоборот отбросили многих фанатов на обочину игрового мира. Но со вчерашнего вечера многое изменилось, и они поменяли свое решение. И я спешу извиниться за свое предыдущее поспешное видео, в котором я критиковал политику Microsoft в этом направлении, и заявляю, что информация в нем не актуальна от слова совсем. И как сказать, что оно было поспешно? Я его на горячую руку сделал ночью, поставил как обычно на таймер, чтобы оно утром опубликовалось, и пошел спокойно спать. Но пока я спал, Фил Спенсер в этот раз принял лучшее решение, какое он только мог в данной ситуации. Microsoft передумала поднимать стоимость на Xbox Live Gold и более того отменила необходимость Live Gold для бесплатных игр. Да, вы все правильно поняли, теперь Live Gold не нужен, чтобы играть в Warzone, Apex, Fortnite и так далее. Все это теперь бесплатно, точно так же, как это было на PlayStation. И лучше этого решения могло было быть только полная отмена платного онлайна во всех играх, не только в бесплатных. Тем не менее, лучше поздно, чем никогда, с чем я вас, собственно, и поздравляю. И я не понимаю, почему они так долго тянули с этим, ведь это было важным преимуществом платформы конкурента, и Майки упускали огромное количество клиентов. И в данный момент мы видим, как команда Фила Спенсера чутко реагирует на отзывы своих фанатов, полностью поменяв свое решение и даже его дополнив. И как раз таки по этой причине мы любим Xbox. Они слушают своих фанатов, и я рад, что мы с командой Xbox снова на одной волне. Тем не менее, я все еще жду, когда они уберут устаревший пережиток прошлого в лице подписки Live Gold полностью и сделают весь мультиплеер бесплатным, как на ПК. Я все еще думаю, что это случится. И как я уже говорил, лично меня повышение стоимости Gold касалось меньше всего, так как я постоянный подписчик Xbox Game Pass Ultimate. И не представляет свою игровую жизнь без этой подписки. Тем не менее, есть куча других людей, которым подписка вообще не нужна, так как им хочется играть просто в какой-нибудь там Fortnite и так далее. Все, больше им ничего не надо. И я безумно рад, что Microsoft наконец-то подумали про этих клиентов тоже. И сейчас могу сказать только одно. После этих действий, Xbox Series S для многих становится гораздо более ценным приобретением, чем когда-либо. Ну и Xbox Series X от этого безусловно тоже стал только лучше. И еще меня несказанно радует то, что в конце года выйдет бесплатный мультиплеер Halo Infinite, и в него сыграет как можно больше людей, так как он будет по-настоящему бесплатный, а не за 120 или 60 долларов в год. И в данной ситуации многие могут подумать, типа, а на чем же в таком случае Microsoft будет зарабатывать, если люди будут просто покупать консоль и тупо бесплатно ей пользоваться в бесплатных играх, а консоли продаются, как все знают, в убыток или по себестоимости. Не надо за это переживать, ребят, это очень выгодное решение. Дело в том, что отмена платного онлайна в бесплатных играх – это более выгодная политика, нежели удержание этого онлайна в платном статусе, так как Microsoft получает 30% с каждой транзакции в ее магазине Xbox. И каждый раз, когда вы донатите за скинчик и так далее, Microsoft, соответственно, получает свои 30% от каждого доната. А отменив платный онлайн в бесплатных играх, они, во-первых, сделали свою платформу более привлекательной, во-вторых, они привлекут новых игроков, которые теперь не будут уходить к конкуренту и потенциально готовы вкладывать деньги в скинчики и на боевые пропуски. И, соответственно, Microsoft будет иметь с этого деньги. Поэтому, на самом деле, это очень выгодное решение, с которым Microsoft очень сильно затянуло. Но лучше поздно, чем никогда. И по итогу я рад, что фанаты Xbox не молчали и дали свой яркий фидбэк Microsoft. А они ответили чутко. В общем, такое доброе утро, ребята, и вот такой видос. Спасибо большое за просмотр, всех поздравляю, сегодня определенно хороший день. До встречи в новых видео, пока.